Аську сушняк напал, она с ними не играет. Все. Сейчас я тоже пойду на солнышко посижу. Пойду. Вот какое тут место козырное вообще. Супер. Ой, как супер. У меня такие братишки. Побратимы. Но я их подбирала в разное время. То есть Рэй и Локи это однопометники, а Аська с другой темы. То есть у них разница там несколько месяцев. Пацаны где-то февральские 18 года. А Аську, я не знаю, я ее подобрала в октябре. То есть уже годовщина прошла. В октябре 18-го. То есть она младше их. Вот они ее приняли в свою стаю. Играются. Так что им весело, не скучно вместе. Самое смешное, что у Рэй и Локи, они с выводка, в котором было шестеро щенков. Всех шестерых я сама спасала. И они, зараза, все были разные. То есть там мамка реально была проституткой. Они все разноцветные, разного качества шерсти. То есть вот такие дети. Ой, маньячка к пацану пристает. И вот два братишки я оставила себе для двора. То есть я вообще хотела оставить Локи. А Рэй сказал, я тоже хочу остаться. Ну, думаю, ладно, фиг с тобой. Такая же тема получилась и с Асей. То есть подобрала, пристраивала по зиме. Люди хотели во двор. А ну, чудовище лысое. Ну, куда во двор дитя маленького? Она крошечная была. Ну и ревности. Ну и до весны я ее не пристроила. В итоге дитя у меня осталось. Так что у меня поэтому три спасеныша. Все три любимые. У всех свой характер. Два брата-акробата. Вот они. И сестричка-лисичка. Аська. Часто очень активные игры. Им не скучно. Ну, просто что летом Ася с ними почти все время. А вот как холодает, жопа мерзнет. Она лысая. В отличие от них даже подшерстка нет. Поэтому забираю хату. А у пацанов все нормально. У них в сарае будка. Там все настелено. Вот такие два красавчика. Супер красавчики. Если спросите, зачем они мне нужны, а просто, чтобы они не умерли на улице. Это моя ответственность. Я их подобрала, я их выкормила. Это мои воспитанники, спасеныши. Ну, были другие, которые, слава богу, все попристраивались. Просто, ну, вот так вот бывает, что кто-то не пристраивается, кого-то оставляют. Вот Аська не пристроилась. Локи был оставлен целенаправленно, а Рейка уговорил себя оставить. И вот в итоге вот три дворняжечки у меня есть. Вот такие товарищи. Ну, пацаны такие осознанные, а вот Аська скандалистка. Вон такая. Сигнализация подрабатывают, короче. Вот так вот и живем.